Вот. Сено собирает куча. Кто там зарубил? Иеремия. Видишь, как придумали. Колесики крутятся. Четыре небольшие. Волки собирают. А где? Да прямо возле дома. Это кособойки. Это Валентина с Владимиром живут. Это Алексей. Кустина. Вот здесь бывший калашниковский дом. Теперь тут Пащенко Владимира, все тут выполнено. Там видна голубятня. Прямо рядом все. Вот, за огородами. Вплотную к огороду. Эти облака в деревне. А первый дом, который построили, называется Матушка. Там первый Иосифов, первый дом. Мушкара. Так, Волощев. Назывался Медоновских. Дори Медон жил здесь. Горох. Везде горох, горох. Сколько же он гороха тут посеял еще? Барабаш. Пока я стою, он круг объехал. Колесико крутится. Вот как это вылетает. Катается на машинке Еремия. Ерема. Благослови его, Господи. Игорь говорит, он... Не боевой, говорит, у меня весь. И все ему открыто. Слава тебе, Господи, слава тебе. Это моя машина. Сегодня у нас 16 июля 2019 года, вторник. Все на этом. Это развалины. Дома Павла Лапкина, где Никита жил. Снимки делает только Беларусь во время войны. Еремия сгребает посреди деревни покос. Благослови его, Господи. Он ребята. Я стою посредине здесь этого Володиного дома. Голубей закрыл уже целые сутки закрытые. Коршунье падает прям с неба, таскают. Много голубей не досчитался.
Вот я сейчас захожу с той стороны, как он проедет, чтобы на фоне дома Володиного. Видно, что в деревне это, да. Не где-то, а прямо в улице Марии Лапкиной. Косил, кажется, вчера, зеленый, хороший. Я его в погоду, чтобы убрать. Вот он прямо идет сейчас напротив Володиного дома. Спасибо, Господи. Это Павлов дом был, Павел Лапкин, потом Никита был здесь, Колесников. Прямо вплотную подъезжал. Вот, развернулся. И опять. Шесть колесиков на боку. А потом круги. Будет нас. Сейчас пойду посмотрю, там видно сиреньки. Так, я сейчас полезу наверх. Замочек. Вот он круг взял. Тих. Благослови его, Господи. Это Иеремия тут собирал. А это теперь уже Тики делает. Это все барабаш. Старший сын Терентий, закончил Алтайский технический государственный университет. И сейчас с отцом работает. Это здорово, конечно. А вот тут грачей много, потому что под травой-то сколько там кузнечиков, их достать нельзя было. А сейчас все это делается доступным. Это у Володи тут склад. Дальше будет там двойной туалет и теплица. А это делали летом, хотели душ, но так не смогли сделать. Видишь, как полоса чистая за ним. То есть он собирает один валок, его там наматывает. Кто-то тоже думает. Вилами сгребать, граблями. Сколько народу. А народу-то мало сейчас. И вот это.
маленько назад. Может быть, как раз бросить на время. Похоже так, разражается. Мошкара заедает. Вот он поднимает чрево. Вот разродился еще один ругун. Пошел дальше. Только что начал, я успел тут. Дальше видна железная дорога. И там я снимал иеремию, вон там поле. А там гороховое поле, зелень. Это его. Ну, а тут у нас голуби. Голуби тут, а? Вот они где, голуби. Голуби. Вот они где. Здесь попить есть. Много воркует, бегает, значит, много самцов голубей, а голубок меньше. Заодно несколько еще штук ухаживает. Сейчас попробую дать им. Тут ничего нету. Посмотрим, что им нужно, нет. О, коричневый, очень породистый. Ну, тут темновато. Гули, 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 гули. Вот я сейчас их приглашаю поужинать. Гули, 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 гули. Вот они где. Гули, 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 гули. Вот он какой. Очень породистый. Кошкин подарил мне из Барнаула. Воркует. Хороший. А самочки нет ему. Один в гнезде. Уж он ухаживает за всеми, за всеми. Нету. А почему, неизвестно. Многие погибли. В два раза меньше стало зимой. Куда делись, неизвестно. Но ястреба особо. Гули, 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 гули. Вот он. Коричневая голова у него. Увидал голубку. Она сейчас улетит. Вот он, видно, ее законный. Все, ушла. И он за всеми, каждый день. Где-то с кем-то бы голубку достать, отдельно подержать дня три, и все. Они бы уже споровались. Ну, ничего не могу дать. Да я этим и не занимаюсь. Они у меня вольно живут.